Григорий Алексеевич Алексеев родился 25 октября 1903 года в Чувашии. В 1925 году был призван в ряды Красной Армии. Службу проходил в артиллерийском полку пограничных войск НКВД СССР. После увольнения в запас переехал в Ивановскую область, работал участковым милиционером в городе Кинешме. С ноября 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. Был ранен под Ржевом, но вернулся в строй. Последний бой рядового Алексеева произошел 16 октября 1943 года. В составе десантной группы под сильным огнем противника он форсировал реку Днепр в Гомельской области. В результате рукопашной схватки с фашистами горстка смельчаков заняла плацдарм и, несмотря на яростные атаки врага, удерживала его. После мощного артобстрела гитлеровцы пошли в контратаку под прикрытием танков. Когда головная машина была в нескольких шагах, Григорий Алексеевич поднялся над бруствером траншеи и бросил гранату. Танк загорелся. Спустя несколько минут он подбил второй, а затем и третий, а затем короткими очередями из пулемета заставил отступить немецких автоматчиков. Внезапно рядом разорвался снаряд. С тяжелыми ранениями рядовой Алексеев был доставлен в госпиталь, однако спасти его жизнь врачам не удалось. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленное мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками стрелку 744-го стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта рядовому Григорию Алексеевичу Алексееву присвоено звание Героя Советского Союза.